Сегодня день памяти и скорби. Ровно 75 лет назад началась Великая Отечественная война. Самая кровопролитная в истории человечества. Свыше 26 миллионов человек. Такова потеря нашей страны. С 92 года 22 июня официальная памятная дата. Одна из самых масштабных акций, которая проходит в этот день – «Свеча памяти». В ее рамках жители страны несут сотни тысяч огоньков к могилам павших. Ненецкий округ также присоединился к этой акции. В 4 утра у обелиска Победы были зажжены свечи в память о тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость Родины. Репортаж Елены Семеновичевой. В памяти человеческой 22 июня 1941 года осталась не просто как роковая дата, но и как рубеж. Начало отсчета долгих, а до 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны нашего народа. Ровно в 4 утра те, кто собрался у обелиска, этим утром замерли на минуту молчания. Эта страшная война не обошла ни одну семью. Сегодня вот этот ранний час, низкий поклон всем ветеранам, всем тем, кто отстоял нашу независимость, вечная память героям. Зажигая свечи, каждый вспоминал своих родных и близких, не вернувшихся с фронта. В их числе Надежда Николаевна Ануфриева, дитя войны. На эту горькую минуту молчания она вспоминает свое детство, свою маму и, самое главное, своего отца, который ушел на фронт. Ее имя Надежда, в честь Надежды на то, что отец вернется с войны. Очень хочется, чтобы все было мирно, спокойно, уже сейчас за своих детей, за внуков, чтобы у них тоже все было хорошо. Сегодня же у обелиска почтить память героев собрались все неравнодушные. Только за первые 8 часов необъявленной войны у Советского Союза было уничтожено 1200 самолетов. И только в 12 часов на всю страну официально объявили о начале войны. Вы знаете, нам остается, наверное, самое важное. Наша страна победила в той войне. Русский народ победил. Наша главная задача – это помнить. Сегодня в 4 утра состоялась акция «Свеча памяти». И вы знаете, каждый год на эту акцию приходит все больше и больше людей. Ставят свечи к памятнику погибшим во время Великой Отечественной войны, вспоминая своих отцов, дедов, прадедов. И пока в наших сердцах будет подвиг великого народа, у нас будут силы на новые свершения и победы. Акция «Свеча памяти» прошла по всей стране. Во Владивостоке зажженные свечи пронесли вдоль центральных улиц до Корабельной набережной. Школьники, студенты, ветераны. Тысячи людей в Екатеринбурге выстроились в слово «помним», потому что не имеем права забыть. Слишком большая цена заплачена за победу. У плотины на берегу реки Брусянка в Свердловской области показали военные фильмы. Организовали реконструкцию мирного вечера накануне войны. Зажгли свечи и отправили их на самодельных лодочках. Вся страна помнит и скорбит о тех, кто никогда не вернется с той кровопролитной войны. Елена Семеновичева, Вадим Стасюк, телеканал «Север».